Привет, друзья, и добро пожаловать на канал «Кухня на троих». Сегодня приготовим простой и вкусный свекольный салат, который подойдет как на каждый день, так и на праздник. Возьмем одну крупную или две небольших вареных свеклы, всего 400 грамм. Натираем на терке. Два соленых огурца нарезаем тонкими полосками. Две средних луковицы нарезать тонкими перьями. В разогретую сковороду налить 2 или 3 столовые ложки растительного масла. Высыпаем лук и добавляем 1/2 чайной ложки сахара. Обжариваем лук до золотистого цвета. Остывший лук высыпаем к свекле и огурцам. Выдавить через пресс или натереть на терке 1 зубчик чеснока. Изюминкой этого салата будет кунжут, всего 1,5 столовые ложки. Кунжут я предварительно обжарила, но это по желанию. Добавить немного петрушки. Заправка не нужна, так как в луке есть масло. Все хорошо перемешиваем и наслаждаемся вкусом. Экономный, быстрый и вкусный салат готов. Пишите ваши комментарии. Приятного аппетита! Благодарим за просмотр!